хватит никакого здоровья, чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу. Кришнамурти. Современное общество состоит из ряда учреждений. От политических, юридических, религиозных учреждений до учреждений для социальных классов, семейных ценностей и профессиональных специализаций. Очевидно, насколько сильно все эти социальные институты влияют на формирование нашего понимания и перспектив. Однако из всех общественных учреждений, в которых мы родились, которые нас направляли и от которых мы зависим, нет ни одного настолько привычного и непонятного, как денежная система. Действуя почти в религиозных масштабах, эта система утверждена и существует как одна из самых безоговорочных форм веры, какие только могут быть. Как создаются деньги, какие правила этим управляют, и как это действительно воздействует на общество. Все эти вопросы не интересуют большинство населения. В мире, где 1% населения обладает 40% всех богатств, в мире, где 34 тысячи детей ежедневно умирают от бедности и болезней, которых можно было избежать, и где 50% мирового населения живут меньше, чем на $2 в день, совершенно ясно становится одно. Что-то очень неправильно. И знаем мы это или нет, жизненной силой всех нами основанных учреждений и самого общества являются деньги. Следовательно, понимание этого института денежной политики необходимо, чтобы понять, почему мы живем именно так, а не иначе. К несчастью, экономика часто выглядит запутанной и скучной. Бесконечные потоки финансового жаргона вместе с пугающей математикой быстро отвращают людей от попыток все это понять. Тем не менее, существует факт. Сложность, приписываемая финансовой системе, просто маска, предназначенная скрыть одну из главных социально парализующих структур, столь долго терпимую человечеством. Нет рабства безнадежнее, чем рабство тех рабов, себя кто полагает свободным от оков. Гёте. Несколько лет назад Центральный банк США, Федеральный резерв, выпустил документ, озаглавленный как «Современная денежная механика». Эта публикация разъясняет практику создания денег учреждениями, как используемую Федеральным резервом при поддержке сетью глобальных коммерческих банков. На вводной странице документа объявлена его задача. Цель этого буклета — описать базовый процесс создания денег в банковской системе частичного резервирования. Эти строки предшествуют описанию процесса частичного резервирования с помощью различной банковской терминологии. В переводе это будет выглядеть примерно так. Правительство США решает, что ему нужны деньги. Оно обращается в Федеральный резерв и запрашивает, к примеру, 10 миллиардов долларов. ФРС отвечает: «Конечно, мы купим 10 миллиардов государственных облигаций». Правительство берет листки бумаги, рисует официально выглядящий дизайн и называет их казначейскими облигациями. Затем оно указывает цену этих облигаций — 10 миллиардов долларов, и отправляет в Федеральный резерв. Взамен ФРС рисует свои впечатляющие бумажки. Только на этот раз они называются банкнотами Федерального резерва. Им также назначается стоимость в 10 миллиардов долларов. Затем ФРС обменивает эти банкноты на облигации. Как только обмен завершен, государство берет 10 миллиардов в банкнотах Федерального резерва и кладет их на банковский счет. А на этом счету бумажные банкноты официально превращаются в легальные деньги, прибавляя 10 миллиардов в запас США. Вот как это происходит: создано 10 миллиардов новых денег. Конечно, это обобщающий пример, потому что в реальности эта сделка происходит в электронном виде, без каких-либо бумажек. Фактически только 3% денег запаса США существует в физической валюте. Остальные 97% главным образом находятся в компьютерах.
Теперь государственные облигации фактически являются долговыми обязательствами. И когда Федеральный резерв заказывает облигации на деньги, которые были созданы из воздуха, государство обещает вернуть эти деньги ФРС. Другими словами, деньги были созданы из долга. Такой парадокс вводит мозг в оцепенение. Как деньги или ценности могут быть созданы из долга или обязательства? Это станет яснее, когда мы продолжим. Итак, обмен был произведен, и теперь 10 миллиардов долларов лежат на счету коммерческого банка. Тут становится действительно интересно. Основываясь на практике частичного резервирования, этот вклад в 10 миллиардов долларов мгновенно становится частью банковских резервов, как и все вклады. И учитывая требования по резерву, как сказано в современной денежной механике, банк должен сохранять требуемые законом резервы, равные установленному проценту от его вкладов. И затем указывается этот процент. При нынешних правилах требования к резерву для большинства операционных счетов 10%. Это значит, что при вкладе в 10 миллиардов долларов 10% или 1 миллиард остаются как требуемый резерв, в то время как остальные 9 миллиардов составляют излишний запас и могут являться основой для новых займов. Логично предположить, что эти 9 миллиардов буквально появились из существующего депозита в 10 миллиардов долларов. Как бы там ни было, это не имеет значения. На самом деле, 9 миллиардов были просто созданы из воздуха, поверх существующего вклада в 10 миллиардов. Вот как увеличивается денежная масса. Как гласит современная денежная механика, разумеется, банки не дают в долг деньги, полученные как вклады. Если бы они давали, они не смогли бы создать новые деньги. Что они на самом деле делают, когда дают суды, это принимают долговые обязательства в обмен на кредиты, деньги на счет заемщика. Другими словами, 9 миллиардов могут быть созданы из ничего просто потому, что есть требования на такую суду и есть вклад на 10 миллиардов, чтобы удостоверить требования по резерву. Предположим, что кто-то зашел в банк и взял в долг заново доступные 9 миллиардов долларов. Наиболее вероятно, что затем этот некто положит деньги на свой собственный счет в банке. Затем процесс повторяется. Для этого вклада, также ставшего частью банковского резерва, 10% остается, и в свою очередь 90% от 9 миллиардов или 8,1 миллиарда теперь доступны как вновь созданные деньги для новых суд. И разумеется, эти 8,1 могут быть снова одолжены и внесены, заново создав дополнительные 7,2 миллиарда. И затем еще 6,5 миллиардов, и еще 5,9 и так далее. Этот цикл создания денег на вкладах через суд технически может продолжаться до бесконечности. В среднем получается, что на основе изначальных 10 миллиардов может быть создано около 90 миллиардов долларов. Другими словами, из каждого вклада в банковскую систему может быть из воздуха создано в 9 раз больше. Попросите у любезного Банка Америки немного мгновенно успокаивающих денег. Деньги в форме удобного персонального займа. Теперь, когда мы понимаем, как создаются деньги из незначительного резерва банковской системы, логический и в то же время обманчивый вопрос приходит на ум. Что же на самом деле дает ценность новым деньгам? Ответ — деньги, которые уже существуют. Новые деньги, по существу, крадут ценность уже существующих, поскольку общее количество денег растет независимо от спроса на товары и услуги, и так как спрос и предложение находятся в равновесии, цены растут, снижая покупательную способность каждого доллара. Обычно это называется инфляцией. Инфляция, по существу, скрытый налог для общества. Какой совет нам обычно дают? Наращивайте валюту. Они не говорят «понижайте валюту», они не говорят «обесценивайте валюту», они не говорят «обманывайте богатых», они говорят «снижайте процентную ставку». Настоящий обман, когда мы снижаем ценность денег. Когда деньги создаются из воздуха, не может быть никаких сбережений, но есть так называемый капитал. Мой вопрос сводится к следующему. Как же мы сможем тогда решить проблему инфляции, увеличив денежную массу вместе с инфляцией?
Конечно же, это ничего не решит. Система частичного резервирования по своей сути инфляционна, потому что увеличение денежной массы без увеличения количества товаров и услуг всегда обесценивает валюту. Беглый взгляд на историческую ценность доллара и денежной массы окончательно ставит все на свои места. Потому что обратная связь очевидна. $1 1913 года равен $21 и 60 центам в 2007. С тех пор, как появился Федеральный резерв, обесценивание достигло 96%. Реальность неотъемлемой вечной инфляции кажется абсурдной и экономически обреченной на провал. Только задумайтесь, насколько абсурдно в действительности функционирует наша финансовая система. В ней деньги превращаются в долг, а долг является деньгами. Это график денежной массы США с 1950 по 2006. Это график национального долга за тот же период. Забавно, но тенденции совпадают. Становится больше денег, и вырастает долг. Вырастает долг, становится больше денег. Иначе говоря, каждый доллар в вашем кошельке кем-то кому-то выдан в долг. Запомните, естественный способ создать деньги — дать их кому-нибудь в кредит. Поэтому, если все, включая государство, смогли бы выплатить свои задолженности, доллар исчез бы из обращения. Если в нашей денежной системе нет долгов, то нет и денег. Управляющий Федерального резерва. Последний раз в американской истории национальный долг был полностью выплачен в 1835 году после того, как президент Эндрю Джексон закрыл центральный банк, предшествовавший Федеральному резерву. Фактически вся политика Джексона в основном вращалась вокруг его обязательства закрыть центральный банк. Он утверждал: «Большие усилия, прилагаемые текущим банком для контроля государства, не что иное, как предчувствие судьбы, которое ждет американский народ. Запутаться в этом вечном институте или основать такой же». К сожалению, сообщение это жило недолго. В 1913 году мировые банкиры успешно основали другой центральный банк — Федеральный резерв. И пока он существует, вечный долг гарантирован. Наконец-то мы выяснили, что деньги создаются из долгов через займы. Эти займы основаны на банковских резервах, а резервы исходят из вкладов. Через эту систему частичного резервирования любой вклад создает в 9 раз большую сумму, обесценивая существующую денежную массу и поднимая цены. А так как все эти деньги созданы из долгов и хаотично циркулируют в торговле, люди стали отделены от их настоящего долга. И обесценивание происходит там, где люди вынуждены работать за гроши, чтобы заработать хоть немного денег для возможности свести концы с концами. Все это может показаться дисфункциональным и регрессионным. Но есть еще одна вещь в уравнении, которую мы упустили. Это тот элемент структуры, который обнажает мошенническую природу всей системы. Процент. Когда государство одалживает деньги у ФРС или человек берет кредит в банке, займ всегда нужно вернуть вместе с начальным процентом. Другими словами, почти каждый существующий доллар в конце концов должен быть возвращен банку вместе с процентом. Но если все деньги были позаимствованы у Центрального банка и приумножены коммерческими банками через кредиты, то только сумма займа уже превращается в денежную массу. Где же тогда те деньги, которыми нужно покрыть проценты? Нигде.
они не существуют. И последствия этого ошеломляющие. Потому что денег, которые мы должны банку, оказывается всегда больше денег, которые есть в обращении. Вот почему инфляция бесконечна. Новые деньги нужны, чтобы покрыть вечный дефицит, возникающий из необходимости вернуть процент. Это значит, что математически дефолты и банкротство буквально являются частью всей системы. И всегда будут бедные и нищие. Always be poor pockets of society that get the short end of the stick. An analogy would be a game of musical chairs. Это как игра в музыкальные стулья. Как только музыка останавливается, кто-то всегда остается в проигрыше. В этом и заключается смысл. Ваш доход неизменно становится доходом банка. Если вы не в состоянии выплачивать ипотеку, они заберут ваше имущество. Приходишь в ярость, когда понимаешь, что дефолт неизбежен. Из-за особого устройства резервной системы, а также из-за того, что деньги, которые вы должны банку, даже никогда не существовали. В 1969 году в Миннесоте проходило слушание дела Джерома Дейли, оспаривавшего выкуп своего дома банком, который выдал кредит на его покупку. Его аргумент заключался в следующем. Ипотечный контракт подразумевает, что обе стороны, он и банк, закладывают законную собственность для обмена. В юридическом языке это называется «встречное удовлетворение». Встречное удовлетворение – контрактная основа для обмена одной формы имущества на другую. Мистер Дейли объяснил, что фактически деньги не были собственностью банка, потому что они были сделаны из ничего сразу после соглашения о займе. Помните, что говорилось в современной денежной механике о долгах? Давая взаймы, они берут долговую расписку в обмен на кредит. Резервы не изменяются от займовых сделок, но кредиты, положенные в банк, всегда вносят новые деньги в банковскую систему. Другими словами, деньги пришли из несуществующих активов. Банк просто создал их, не внося ничего в их стоимость, кроме теоретического денежного обязательства на бумаге. По ходу рассмотрения дела, президент банка мистер Морган стоял на своем. В меморандумах суда зафиксировано, что истец, президент банка, признал создание денег и кредитов вместе с банком Федерального резерва сверх своего баланса в бухгалтерском учете. Деньги и кредит появились тогда, когда они их создали. Мистер Морган признал, что закон Соединенных Штатов не позволяет этого делать. Законное встречное удовлетворение должно существовать, чтобы поддерживать банкноту. Присяжные признали, что сделка была незаконной, и я с этим согласен. Он также поэтично добавил, «Только Бог может создать ценность из ничего». После этого суд отклонил претензии банка на выкуп, и Дейли оставил себе дом. Последствия этого решения суда были огромны. Каждый раз, когда вы заимствуете деньги в банке, независимо от того, ипотека это или средства на кредитной карте, деньги, выданные вам не только поддельные, они еще и незаконная форма встречного удовлетворения. Таким образом, эти контракты недействительны, потому что у банка нет денег в качестве собственности. К сожалению, этот факт подавляется и игнорируется. А игра в вечное богатство и вечный долг продолжается. И это приводит нас к первоначальному вопросу. Почему? Во время гражданской войны в США президент Линкольн избежал высоких процентов по займу, предлагаемых европейскими банками, и решил сделать то, что советовали его предшественники, а именно создать независимую и свободную от долга по своей природе валюту. Ее назвали банкнотой. Сразу после этого появился внутренний документ, циркулирующий между частными британскими и американскими банками и гласивший: «Рабство — это обладание рабами и вместе с тем забота о них», в то время как европейский план контролирует рабочих капиталом через их кошельки. И это осуществляется через контроль денег. Введение банкнот не будет допущено, так как мы не сможем их контролировать. Политика частичного резервирования, совершенствуемая Федеральным резервом, который расширил свою практику на большинство банков в мире, фактически является системой современного рабства. Только подумайте, деньги созданы из займа. Что обычно делают люди, находясь в долгу? Они начинают работать, чтобы его выплатить. Но если деньги могут быть созданы только из займов, тогда как общество сможет от них избавиться?
Никак. И в этом весь смысл. Этот страх потери имущества вместе с борьбой за еще большее, с вечным долгом, инфляцией, вживленная в систему, сочетаемый с неизбежным дефицитом внутри самого денежного запаса, созданный процентами, которые никогда не выплатить, держит рабочих в узде. Мы бежим словно миллионы хомяков в своих колесах, вырабатывая для империи энергию, которая подается только элите на самом верху пирамиды. И в конечном счете, на кого вы на самом деле работаете? На банки. Деньги создаются в банках и заканчиваются в банках. Они — настоящие хозяева вместе с корпорациями и государствами, ими поддерживаемыми. Физическое рабство требует, чтобы у людей была крыша над головой и еда. Экономическое рабство требует, чтобы люди сами кормились и находили кров. Это самый гениальный обман для манипуляции обществом, когда-либо существовавший. Под его оболочкой скрывается невидимая война против населения. Долг — это оружие, используемое для завоевания и порабощения общества. А долговой процент является боеприпасом. И пока толпа бредет в забывчивости к этой правде, банки, сговорившись с правительствами и корпорациями, продолжают совершенствовать и расширять свою тактику ведения экономических боевых действий. Они строят новые базы, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд, создавая новый тип солдат. Экономических убийц.